16 декабря по инициативе Курагинского районного совета депутатов в районном доме культуры состоялись публичные слушания по вопросу о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно решению рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний, руководитель управления экономики и имущественных отношений района доложил о предварительных итогах социально-экономического развития Курагинского района в 2019 году и прогнозе развития на период 2020-2022 годов. Руководитель финансового управления администрации района ознакомилась с проектом районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отметив особенности исполнения бюджета в 2019 году, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год, изменения по расходной части бюджета. Председатель районного совета депутатов Любовь Заспа предложила участникам публичных слушаний принять следующее решение. Рекомендовать районному совету депутатов на очередном заседании принять решение о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Администрация района продолжить работу по изысканию дополнительных средств на исполнение бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств района за счет увеличения собственной доходной части и дотации из краевого бюджета. По результатам голосования решение принято единогласно.